создатели первого русского паровоза, отец и сын Черепановы, щелкали технические проблемы, как семечки. Жаль только, что проблем у нас всегда было больше, чем семечек. Я что подумал, сынок? Будем мы с тобой изобретать. Хорошо. Что изобретать-то? А изобретать мы с тобой будем самодвижущуюся повозку. А как это? Самодвижущуюся? В кого ты такой тупой? Самодвижущуюся — это значит движущуюся без лошадей. Ясно. А зачем без лошадей-то? Ну как это зачем? Затем, что это прогресс. Понятно. А что такое прогресс-то? Прогресс, сынок, это... Ну как тебе объяснить? Ну это когда... Когда лучше, чем было. Ну что ты пристал ко мне? В общем, будем изобретать повозку без лошадей, потому что лошадей я пропил. Понятно? А сапоги, одежду и дом, как в прошлый раз, ты не пропил? Нет, это нет. Тогда да. Тогда это прогресс.